С дорожным сценарием строительства в Нижней Пёше ознакомился в ходе рабочего визита глава региона Александр Цибульский. Вопрос о том, стоит ли вкладывать средства в инфраструктуру самого крупного муниципалитета округа, сегодня не стоит. Здесь совершенно четко понимают, без строительства у села нет будущего. За сравнительно короткий срок в населенном пункте возведено новое здание детского сада, физкультурно-оздоровительный комплекс и, наконец, долгожданная школа. Подробности в репортаже Тимофея Жукова. Первым объектом, который внимательно осматривал в ходе своего рабочего визита глава региона Александр Цибульский, стал уютный сельский детский сад. Двухэтажное комфортное здание образовательного учреждения, построенное в 2012 году, рассчитано на прием около 100 малышей. То есть здесь старше? Здесь старше и подготовительное. Самые большие у нас садики. Сами мы зашли 3 апреля 2012 года. Среди новостроек села – новое уютное и теплое здание поселковой бани. Сельчане эмоции не скрывают, довольны. За короткий срок в селе построен долгожданный инфраструктурный объект. И, пожалуй, самое для нас главное – построен он качественно и в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. Строительство объекта велось за счет средств Заполярного района. Объект станет муниципальной собственностью. Сейчас идет оформление всех необходимых санитарных документов. Через месяц новая баня в Нижней Пёше примет своих первых посетителей. В Рио губернатор осмотрел Пёшскую библиотеку, читатели которой пока вынуждены ютиться не в самых комфортных условиях. Старенькому зданию в этом году исполнится 57 лет. Несмотря на возраст и ветхость, этот объект на селе популярен, особенно среди пенсионеров и молодежи. Ощутимая часть книга выдачи – это школьная программа. Также у нас значительную часть читателей составляют люди пенсионного возраста, как работающие, так и не работающие. Они больше склоняются к билетристике и чтению периодики. Сами понимаете, подписка нынче недешевое удовольствие. И людям особенно уже, которые не работают, самостоятельно подписку осуществлять достаточно сложно. Они читают из наших фондов. Экспертиза здания проводилась дважды, но вывод специалистов неутешителен. Стоимость капитального ремонта сельской библиотеки будет даже выше стоимости строительства нового здания. А потому выход только один – строить новый корпус. Заведующая библиотекой Юлия Фролова готова на все варианты, вплоть до совмещения этого гуманитарного и популярного в селе объекта с запланированным новым зданием Дома культуры в селе. Как и библиотека, строительство нового Дома культуры для села в приоритете. Старое полувековое здание посреди села по требованию Роспотребнадзора давно на замке. Весь свой вековой функционал оно исчерпало. Но в муниципалитете решили, что оставить земляков без культурных мероприятий и детских танцевальных кружков несправедливо. А потому весь функционал сельского дома культуры по настоянию сельчан временно переехал в помещение нового ФОКа. Пока окружные власти решат вопрос со строительством нового здания, без культурного досуга в селе уж точно никто не останется. И в первую очередь молодежь. Безусловно, это решение можно внести в актив муниципалитета. Надежда на новый культурный объект все-таки не теряет. На самом деле проблема она есть. Нам приходится ютиться в спортивном комплексе. На втором этаже нам выделено несколько кабинетиков и один небольшой, как бы такой побольше, да, чем остальные кабинет, где у нас проходят кружки. Кружков у нас довольно-таки много, потому что ну, детям нужно развиваться, детям нужно чем-то заниматься, поэтому нам иногда приходится, получается, по два коллектива, по два, по три ютиться в одном кабинете. То есть где-то в уголочке у нас там сидят, что-то лепят, мастерят, с другой стороны поют, а с третьей стороны там еще что-то да, лепят. Проект строительства нового Дома культуры, совмещенного с библиотекой, в числе приоритетных инфраструктурных проектов в округе. В окружном списке он на 8-м месте. Разработка технико-экономического обоснования проекта начнется в ближайшее время. Встреча с жителями прошла в просторном светлом актовом здании новой школы. Старое здание, непригодное к эксплуатации, снесли в Нижней Пёше в 2012 году. Почти 6 лет свыше 100 школяров ютились по нескольким адресам. В здании интерната, новом ФОКе и в помещении детского сада. Они сначала делают по отдельности, сами с воспитателем так делают и потом оформляются. В прошлом году мечта Пёшской детворы наконец-то сбылась. Очередной учебный год они встретили в просторных учебных классах, оборудованных всем необходимым. Всем необходимым, за исключением качественного интернета, которого Нижняя Пёша ждет уже давно. Глава региона, осмотрев местную участковую больницу, первым делом обратил внимание на работу кабинета телемедицины. Однако связь с окружной больницей наладить не удалось. Обязательно нужна духовая шкаф. Медицина работала, но в последнее время не было связи. Вот я им звонила, да, у нас есть... Мы звоним, но картинка плохая.
картинка плохая очень. Да, созвонимся. Ага. А где пульт? Видимость плохая. В Ненецкой компании электросвязи обещают обеспечить муниципалитет качественным скоростным интернетом в этом году. Окружные связисты уже реализовали один из этапов строительства наземного канала от Неси до Омы. Создан скоростной канал. Радиорелейная линия – часть крупного проекта по организации резервного канала связи из Нарьян-Мара в сторону Мизени. На очереди Пёшский сельсовет. Интернета в селе очень ждут, как, впрочем, и реализации других задуманных проектов по благоустройству. К разработке плана своего стратегического развития в муниципалитете приступили, и его график менять не планируют. В народе говорят, что один в поле не воин. Многое удается сделать при взаимопонимании с руководством округа. Что касается Нижней Пёши, то совершенно другой населенный пункт и по количеству жителей, и по количеству по качеству инфраструктурного обеспечения. Здесь есть вопросы, которые носят локальный характер, связанные с работой или организацией деятельности того или иного заведения, которые, на мой взгляд, довольно легко решаются. Есть общие вопросы, которые связаны скорее со всеми населенными пунктами на Западе или, допустим, по качеству угля, который не только на Западе, но и в других населенных пунктах мы ставим. Вопросы во многом люди ставят одни и те же. Они у нас находятся в работе, и уверен, что в ближайшее время по большинству из них мы ответим и найдем решение. Конечно, есть вопросы, которые потребуют время. Это, в первую очередь, вопросы, касающиеся начала новых, строительства новых крупных объектов. Здесь все завязано на бюджетный процесс. Но тоже мы честно, открыто сказали людям, что у нас есть расставленные приоритеты, и сказали, те их объекты, о которых они говорят, они все есть приоритетно в плане строительства, но каждый на своем месте. Мы понимаем, что у нас много населенных пунктов, и в каждом из них есть свои проблемы. Тимофей Жуков, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», Нижняя Пёша.